Доброго времени суток, уважаемые мои подписчики. Мы с вами продолжаем изучение древнееврейского языка. И сейчас у нас 29 урок, это подготовка к экзамену, а также 30 уроки. Давайте с вами приступим. Итак, на экзамене будет следующее. Вот вы видите таблица окончаний местоименных суффиксов. Мой, твой, его, ее, наш, ваш, их. Все это нужно выучить, и будет вопрос на экзамене. Также вы можете себе зафиксировать, это такая уникальная таблица, в которой вот есть все эти окончания и также их транслитерация. Следующее. Слитные предлоги и суффиксы. Слитные предлоги с суффиксами. Это мне, тебе, ему, ей, нам, вам, их. И также во мне, в тебе, в нем, в ней, в нас, в вас, в них. Итак, перед вами показатель определенного артикля. Мы помним с вами, что это показатель, который указывает на действие. Например, сын взял. Да, в нашем случае Бог создал. Перед вами личные местоимения в именительном падеже и в винительном падеже. Я, ты, он, она, мы, вы, они. И в винительном падеже меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. И вы можете сравнить окончание. Я, меня, ты, тебя, он, его, как эти окончания меняются. То есть это также нужно выучить. Перед вами перфект правильного глагола, совершенный вид. Он сохранил, она сохранила, ты сохранил, ты сохранила, я сохранил. В единственном числе, также во множественном числе. Он сохранил, вы сохранили, мы сохранили. Перед вами местоименные суффиксы мужского рода, единственного и множественного числа. На примере. Слово «конь». Мой конь, твой конь, его, ее, наш, ваш, их. Суси, сусха, сусех, сусо, суса, сусену, сусхем, сусхен, сусам, сусан. И также множественное число. Мои, твои, его, ее, наши, ваши, их. Сусим, статус конструктус. Суси, сусай, сусейх. Сусейха, сусайх, сусав, сусха, сусейну, сусхем, сусхен, сусейхем, сусейхен. Такая г с придыханием. Перед вами перфект, совершенный вид в сравнении с имперфектом несовершенного вида. На примере сохранил. Он сохранил, она сохранила, ты сохранил. Я сохранил. Ты сохранила. И вот как меняется окончание. Шамар, шамра, шамарта, шамарт, шамарти. Во множественном числе. Шамру, шамартем, шамартен, шамарну. Это все в перфекте. В имперфекте он сохранит. Мы видим, что прибавилась приставка. И у нас получается Йошамор или Ешмор, Тишмор, Тишмор, Тишмори, Эшмор, Яшмру, Тишмора, Тишмрну, Нишмор. Мы с вами помним, чем отличается перфект от имперфекта. Перфект мы переводим с вами в прошедшем времени, имперфект в будущем времени. Итак, вот у нас
имперфект в повелительном наклонении. То есть в виде императива или приказ. Сохрани. Шмор. Шимри. Шмру. Шмру. Шмарну. И мы с вами видим, что у нас основа осталась, а убралась приставка. Да? То есть вот здесь эта приставка есть, а здесь ее, следовательно, нету. То есть в имперфекте или в повелительном наклонении приставка убирается. Ну и давайте прочитаем наш текст. Это 12 стих, Псалом 2. Нашекубар пеней энаф. Вето эду дерех кивар. Почтите сына, чтобы не прогневался, и не погибнуть вам в пути вашем. Мы видим, да, наше слово путь, да, в пути у нас получилось, в пути. Не погибнуть вам на ваших дорогах, да, можно так сказать. Почтите, тоже интересное еврейское слово, почтите, это значит подойдите, поцелуйте. Если вы помните, Иуда как раз предал Христа целованием. Дальше. Кимат апо ашери кольхесибо. Потому что возгорится гнев вскоре. То есть, если не подойдете, не поцелуете, не почтите, то значит его гнев возгорится на вас вскоре. А те, кто на него уповают, они все блаженны. Мы помним с вами, с чего начинается у нас первый псалом. Первый стих. Блаженный или блажен муж, который изучает Божье Слово, который воздыхает по нему, размышляет о нем, он будет блаженным. Мы помним с вами, чем заканчивается этот псалом, то, что Господь знает путь их. Также мы с вами помним, чем начинается второй псалом, первый стих. Цари и вельможи замышляют, то есть они тоже воздыхают, но уже против Господа. Если блаженный муж о Господе помышляет, то они против Господа. Ну и заканчивается все тем, что любой человек, царь, вельможа, простой человек может подойти к Богу, почтить его и стать блаженным, то есть начать уповать на него, а иначе его гнев возгорится на него. Итак, мы с вами прошли 29 урок, это была у нас подготовка к экзамену, и сейчас урок 30, непосредственно экзамен. Здесь вы можете нажать на паузу, повторить все свои записи, пролистать тетрадочку, посмотреть видеолекции повторно, если вам это необходимо, и уже после этого приступить к экзамену. Итак, таблица окончаний местоименных суффиксов. Напишите окончания местоименных суффиксов и их транслитерацию. Вспомните табличку, которая была дана, и воссоздайте ее здесь. Следующее. Слитные предлоги и суффиксы. Опять перед нами таблица. Пожалуйста, напишите слитные предлоги и дайте их транслитерацию. Перевод у вас дан русского на русском. Напишите на еврейском. Показатель определенного дополнения. Напишите слово по-еврейски. Царь взял коня. Вспоминаем, как будет царь. Потом идет дополнение. И потом коня. Личные местоимения. Напишите по-еврейски и дайте транслитерацию. То есть переведите на еврейский язык все эти личные местоимения. Следующее. Перфект совершенный вид правильного глагола. Напишите по-еврейски. Он сохранил, она сохранила, ты сохранил, ты сохранила, я сохранил, они сохранили, вы сохранили, ну и так далее. Местоименные суффиксы единственного и множественного числа. Сделайте, пожалуйста, перевод слова «закон». Мой закон, твой закон, его закон, наш закон, ваш закон и так далее. И также во множественном числе. Перфект и имперфект. Напишите по-еврейски, дайте перевод. Он сохранил. Это в перфекте.
Он сохранит это в имперфекте. Дайте перевод. Имперфект повелительного наклонения. Императив повелительного наклонения. Пожалуйста, сохрани. Дайте перевод на еврейском. Вот все, что здесь написано. Сохрани. В мужском и женском роде. Во множественном числе также сохраните. Мужчины сохраните. Женщины сохраните. Перед вами еврейский текст. 12 стих. 2 Псалом, 12 стих. Пожалуйста, сделайте перевод на русский язык. На этом все. Каждое задание оценивается в 10 баллов. И дальше вы уже знаете, кто сдавал экзамены по практике, как это сделать. Дайте сами себе оценку. Если же где-то какой-то раздел у вас страдает, посмотрите видео по данному разделу и попробуйте пройти экзамен повторно. Если же вы проходите еврейский язык в простоте и, в принципе, не нуждаетесь ни в каких экзаменах, то двигаемся дальше к следующему дню, к следующему видео. Всем спасибо за внимание.